Добро пожаловать на канал HardGrassedInfo. Перед нами Oppo Address 1. Сейчас я покажу, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Итак, для этого нам нужно нажать и удерживать кнопку питания. После чего выключить устройство. Затем, как телефон будет выключен, нажимаем и удерживаем кнопку питания и уменьшение громкости. Отпускаем кнопку питания, когда загорится логотип Oppo, и потом отпускаем кнопку уменьшения громкости, когда загорится надпись Recovery Mode внизу. Вот и все, мы попали в режим Recovery. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.